Подмосковье по праву считается одним из самых читающих регионов России. Подтвердила этот статус тематическая акция «Читающий транспорт». С 26 декабря прошлого года в муниципалитетах, в том числе и в Химках, на рейсы вышли автобусы с библиотеками внутри. Мы, библиотечная система, собираем книги и еженедельно их подвозим в нашу автоколонну. А они уже распределяют эти книги по карманам. В Химках книги можно найти в автобусах, следующих по маршрутам 1, 3, 4, 8 и 14. Теперь время в пробках можно проводить с пользой. В автобусах в специальных карманчиках лежат книги. Можно выбрать на свой вкус. Мне попался сборник рассказов «Поединок». Сейчас, пока едем, я его почитаю. Если мне понравится, наверное, заберу с собой, дочитаю дома, а потом верну на место. Основу книжного фонда читающего транспорта составят тома, списанные из библиотек. Также в автобусы можно принести книги с собственных полок, которые оказались ненужными. Наши попутчики поделились своими мнениями о транспортном буккроссинге. Вот Дарья Донцова, детектив. Очень симпатичная книжечка, совершенно новенькая. Очень приятно в дороге почитать. Книги я люблю. Я была сегодня удивлена. Это подарок для меня, потому что я очень люблю книги. И когда я увидела в кармашке перед собой книжечку, я обрадовалась, потому что, во-первых, и любимому автор Татьяна Устинова, и книга замечательная. Впервые сегодня еду по этому маршруту. Вот такой приятный сюрприз. Книга. И где мы еще найдем свободное вот чуть-чуть времени, чтобы почитать книгу? Очень, я считаю, проект замечательный и полезный для города. На сегодняшний день по улицам 46 муниципалитетов Московской области уже курсируют 200 брендированных автобусов. В течение 2020 года власти планируют вывести на маршруты еще 400 библиотек на колесах. Юлия Куштейко, Алексей Сыченко, служба новостей.